Беспилотные летательные аппараты. Еще несколько лет назад трудно было представить, что каждый школьник сможет научиться управлять технологичным устройством. Сегодня это реальность. Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства ВДЦ «Смена» совместно с компанией «ИТКОМ» запускает новое направление работы. У нас вводится новое направление – это обслуживание и управление беспилотными летательными аппаратами. И особенность данного направления, ну, как, наверное, и всех образовательных программ нашего центра, что мы не просто играем в профессию, играем какими-то производственными навыками, мы обучаем основам той производственной и реальной деятельности, с которой ребенок столкнется уже в взрослой жизни. Участники образовательной программы также смогут познакомиться с внутренним устройством беспилотников во время его сборки. Стоимость одного комплекта от 92 тысяч рублей. В набор входит два дрона, два пульта управления, инструменты для сборки и шлемы, при помощи которых можно управлять летательным аппаратом от первого лица. Может быть, человек, он хотел бы и полетать, как бы у него была такая мечта летать. И вот можно с помощью виртуальных очков как бы ощутить вот этот полет. Я считаю, что это большой плюс. Прежде чем пилотировать настоящие квадрокоптеры, молодые специалисты смогут пройти тренировочный курс на компьютере. А для тренировки маневренности есть специальная гоночная трасса. Технически мне стало интересно, так как по моей будущей профессии это... Я автомеханик, и я думаю, что мне это очень сильно потребуется в будущем. Видеосъемка тушения пожаров, спасение на воде. Широкий функционал дронов делает их незаменимыми в современной жизни. А площадка Всероссийского детского центра «Смена» позволит подготовить опытных специалистов для работы с беспилотными летательными аппаратами. Всегда что-то новое, это интересно. Поскольку в своем городе я такого никогда не видела, я могу сказать то, что это действительно удивительно. На самом деле можно не только, как мы видим, поуправлять, но также собрать эти квадрокоптеры. Я считаю, что в будущем это очень поможет людям.